Вот у нас время перед обедом. Иначе, значит, увидел, что дорожка не очищена. Решил очистить. У нас дежурные уже накрыли. Ждут. Чужие вещи не трогай, Тарас. Кто чем занимается? Потому что я занялся, убирались и Надежда Васильевна. Ждут уже, готовы к обеду. Вот. Нравится. Кто-то сидит, кто-то играется. Вот так происходит, проходит время у нас перед обедом. Все. Вот это откуда такая? Посмотри, проверь. Интересно. Бить не будет сейчас. Благослови. Очень всех на тебя, Господи, уповаю. Ты даешь им пищу во благовремени и отверзаешь ты щедрую руку, ты исполняешь всякое животное благоволение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресне, во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. За обед всех по точке. Садимся потом. Виктора Андрея нету. Кто работал с кем, я не знаю, даже еще спрашивать. Я работал отдельно с Никитой и с Нестором. У нас все хорошо. Все мы сделали. Вы придете на площадку, не узнаете ее теперь. Совершенно другое место. Правда, мы спалились, я гляжу, Нестор раскраснелся. Я говорю, потихоньку иди в тенечек и ребятам скажи, чтобы ушли с улицы. Ты почему обувши? Вот эта девица. У нас одинаково, все ходят. Понимаете, это для вашего здоровья надо. Садимся за стол. Я вижу, вы работали все, все довольны. Мне больше радости нету, как видеть, что вы веселенькие. Тимофей, умойся, сходи. Грязный. Хорошо, спасибо. Моя тапочка со второго размера. А мне санечки одеть, я в туалет хочу. Что надо? Не, можно обуться, я в туалет хочу. А зачем? А мне в туалет сойти. Ну, как уж. Иди. Оставайтесь молча. Как помолились, все. Пока не выйдете ни одного слова. Ну, зачем нарушать? У нас порядки хорошие. Их надо выполнять только. Правила. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Во славу Божию. Только наварили хлеба. Корочки я возьму. Корочки. Потому что у меня нету, не перерабатывает желудок. Я давлю себе корочек. Так, о, все свежие, пожалуйста. О.
Я вот морковку тру, не потому что без нее, это я бананы в рот не возьму, это мыло заграничное. А морковка мне спасла глаза. Я 9 лет сидел за компьютером, больше 30 тысяч часов провел. А это каротин, только на самом мелком надо тереть. Это в день. Не знаю, это как узнал, мой организм подсказал, морковь нужна. У меня своей морковы мало. Люди давали, Господь благословлял за это и все. Там записали меню на обед? Написали. Показать надо. Записывайте то, что потом добавляете. Дальше меню чего не было, потом добавите. Тут без обмана. Что было, то и написать. Сухарей нету. А вот нет,